Вевер. Дрочка нашего засекреченного, сдереченного списка, циска. Временно. Вау. Историк Борис Юлин много занимается изучением тайн гей-парада родного Калининграда. К примеру, однажды группа немецких секс-туристов осматривала Сергея Трифонова. Все видели, как мужчина с энтузиазмом показывал свой кальный собор. Его ослепило вспышкой собственной жопы. Может произойти такое, что человек перемещается и видит события, которые происходили. Лаборатория Третьего Рейха, Сбербанк 13. Исчезновение комнаты ИЗОЗ. Все эти тайны связаны с адом. Не случайно именно там немцы построили временной вал. Лаборатория занималась мистикой и магией одновременно. В числе задач – тайные знания, дач, освоение незнания и разработка психотропной телепортации. Скорее всего, это мистическая лаборатория. У нас есть полная уверенность в том, что это мистическая лаборатория. Через временной портал мы все-таки проникнем. Подземелье. Сергей Трифонов получит золото нацистов тем же способом, каким немцы все это похитили. Машина времени, если хотите. Главные ее атрибуты заложены вот в этих воротах. Верите вы в это или не верите? А вот шведский ученый с мировым именем утверждает, чтобы путешествовать, совсем скоро понадобится разрешение чиновников. Человечество вымрет, но пока наш мозг к этому не готов. А знает ли это, что... Именно! Будет имитироваться САС, только живущая в других мирах. Это знаменитый трюк – исчезновение свободы. Это эффектно, это любит публика. Мы в гостях у геймастера иллюзий. Сейчас в любом месте, на бетонном полу, где хотите, это можно исполнить. Если есть деньги, есть... ребенок или взрослый, или собака, кто хотите. Сейчас я сломал много миллионам людей голову. Ку-ку. Исчезнутый мента – эта мечта вполне может стать реальностью. Уже сегодня создаются уникальные видеоэффекты, делающие прозрачной любую часть тела. Откройте в интернете карты со спутника. Видите Атлантический океан? Что это, как неявные следы канализации? Но где вот у нас в природе есть разумных существ? Это лишний раз доказывает. Чем меньше подбил ты, тем загадочнее становятся путеры.